Всем привет, ребят! Я Никитос, сегодня со мной Леха Столяров. Всем привет! Вам безумно зашел ролик с домом на колесах. Вы просили провести там 24 часа, но я решил пойти дальше. Вот такой хуй черный. Потом будем на туалет дома драться. Айц, про потолок я не подумал. Организуй свидание с девушкой. Сегодня у нас будет лютый челлендж с двумя тачками, потому что у нас есть инвалидка, самая маленькая машина, которую только можно найти. И также самая большая машина, которую только можно найти, это 8-метровый огромный дом на колесах. Следующие 24 часа мы с Лехой проведем в двух этих тачках. Также у нас будет целая куча заданий, которые мы должны будем выполнять каждые 2 часа. То есть мы тянем задание сначала, потом подкидываем монетку, и каждый свое задание выполняет в своей машине. Короче, ребят, реально будет очень интересно, я вам гарантирую. Поэтому досматривайте до конца. А есть монетка уже? Решите самое главное, кто сейчас, инвалид, сейчас, сейчас решим. Кто... Давай пока пожелаем приятного просмотра зрителям. Приятного просмотра. И начинаем. А что, я орел. Хорошо. Если орел, то ты большой, если решка, то я большой. То ты большой. Как можно было просрать монетку? Никитос, ладно, давай. Давай. Орел, я в большой, решка, ты в большой. Давай. Давай, договорились. Да ёпта. Итак, ребята, прошло час. Прошел час. Короче, орел, ты в большой, решка, я в большой. Да, давай, давай. А теперь пришло время тянуть задание. Смотри, у нас такой конвертик. Ну, конечно. Ну. Что там? Приготовить себе вкусный обед. Итак, предлагаю заносить наборы наших инструментов, так скажем, для приготовления блюд. Готовила их моя девушка, не я, говорю сразу. Сразу чувствуется, да, ребята? Вип! А что тут, бомжара написано где-то? Нихера себе, у него даже ивлев, блин, тут в коробке. У меня стейк, брат, Вегас. А как, как ты будешь готовить в тачке? Это там что, комфорка? Я не знаю, я там еще не был. Так, ну ладно, ребят, а что у меня? Ну, во-первых, у меня по пакету все видно, что там у меня ничего нет хорошего. Давай, брат, удачи. Не, подожди, 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 у меня, ну и сосиски, сосиски молочные, не. Не, все топ, я просто... Давай, брат! Я просто единственное не понимаю, а мы должны в тачке все делать или можно на капоте сделать? Нет, все в тачке, залезаешь и больше не вылезаешь до конца задания. Мы же сожжем, Дэн. Похер, да, ну ладно. Итак, ребятушки, аху... Я только что посмотрел по сторонам, чуваки, тут просто целый дом. Так, если... О! Ты смотри, тут просто топ, тут люк есть. А, чувак, смотри. Просто плита, как дома, полноценная. И раковина, и просто тут все есть вообще. Шкафчики, блин. Это холодильник. Я горжусь, что мне выпало. У меня сегодня родстер красный. Слушай, Никитос был прав, места тут не очень много. А как они ехали-то тут 1000 километров? Это же реально трэш. Поворачивай, поворачивай. Итак, что у нас имеется? У нас имеется бутылка воды, бумага, сосиски, которые нужно приготовить, положим их сюда. У нас есть жидкость для розжига, древесные роллы для розжига. И у нас есть чертово огниво. Мне кажется, все это достаточно сильно подходит, чтобы я без проблем мог развести огонь, но... Как я это сделаю, если я нахожусь в машине? Ребят, подпишитесь на канал, пожалуйста. Хочется побыстрее, чтобы было 700 тысяч подписчиков, чтобы Никита поехал 1000 километров, не знаю, на своих двух ногах после этого задания. Итак, что же приготовила мне моя любимая Саша? Мираторг Вегас стейк из мраморной говядины. Овощички, помидоры, салат айсберг, лимонадик домашний, маслечко для готовки и даже сковородочка. Просто это будет лучшая готовка в моей жизни. Просто так прикольно. Я все это делаю в машине. Мне реально там... Ну, до такого уровня даже мой дом на колесах как бы не дорос еще. Опачки. Чипсики кто-то тут жрал, Вася великий, я уверен. Да тут можно выкинуть это нахер. Ну-ка, Денчик. Все. Мне сказали, можно делать все. А вот эта вот жидкость, это же не масло какое-то, да, наверное?
надо проверить. Ну да, согласен, мы сейчас это огнивом проверим, брат. А, ребят, самое крутое, что у Никиты, естественно, для ролика всегда есть очень много людей. Поэтому у нас есть хелпер Саня, ознакомьтесь. Брат, давай, Саня, дрова. Шампуры. Так, отлично, это мои шампуры, друзья. Слушай, а все, все, бро, все, спасибо большое, все. Так, теперь важный момент. Это Бенз. Слушай, если что, как выбежать из этой машины? Ты только отойди подальше, потому что с огнем. Ну, может, да, я лучше тоже подальше сяду. Я тебе серьезно, без шуток. Че мы выживали везде с Никитусом. А, то есть ты крошишь прям, да? Да. Нифига, а ты прошаренный, что ли? Инвалид, конечно. Слушай, а что с этим? Огонь падает, ребят, вы каждый день вообще не покупайте. Ладно, давай бумагу сюда. Так не разожжем. Это честно, она была в пакете. Пишите в комментариях, честно ли играет Столяров. Я считаю, честно, сейчас все сделаем, сейчас. Тихо. Первый раз на ютубе в тачке разжигаем костер, ёпот. Это так выглядит кринжовенненько. Слышь, Никит! Никит, что там, брат? У нас костер, и вопросики есть. Паров бензина тут нет, но не реально. Да нет, ничего не должно брать. Не должно, или не пизда? Точно, ролик не про выживание снимаем. Спокойненько, значит, открываем окошечко. Это вытяжка. Все, окно, в принципе, нам даже не нужно. Доволен жизнью, хочу я вам сказать. Какая крутая штуковина, а? Че, маслица надо немножко, да? О, смотри, какая вкуснятина. Сейчас мясо кусманчик резанем вот так раз. Может, мне фудблогера податься? Любимая консистенция моего мужа. Корочка такая золотистая. Напишите в комментариях, если вам по кайфу смотреть такую движуху, если вам сейчас вот интересно смотреть. Просто я, честно, в шоке. Я никогда в жизни такого не видел, чтобы можно было в тачке настолько комфортно находиться. Если будете умирать, не делайте костер в тачке. Ой-ой-ой, что-то у нас тут... О! Просто я мастер кулинарии, ты видишь это? Настолько комфортно. Так, ладно, пойдем пока к столу. У нас тут зона все-таки готовки, а здесь препаринг будет происходить. Топовый обед. Если честно, я так в обычной жизни даже не питаюсь лакшери, как сейчас в этой машине. Оп-оп-оп-оп-оп. Оба-на. Попки от огурцов хочешь? А что за контент мы снимаем? Можешь мне, пожалуйста, напомнить? Это топовый контент, братан. Так, я думаю, что стейк готов. Medium well прожарка. Я что это буду сейчас есть? Вы это я сам приготовил. Чувак, у меня вообще тут полный. Да ладно, ты уже пробуешь? Мне кажется, не готово. Денчик, открой тебе маленький секрет. Сосиска 365 дней каждый день, она не может быть готова. Она сделана из бумаги. Не повторяйте этого, потому что мы, во-первых, профессионалы. Во-вторых, сейчас тут находится около человек 5-7, две пожарные машины. Одна скорая помощь, три каскадера. Возможно, вообще я это как бы не я. Не повторять ни в коем случае, ребят. Уже хотел было начать есть свою вкуснятину, просто смотрите на этот нижняк. Офигенный стейк из мраморной говядины с овощами. Короче, пойду покажу Лехе, пускай порадуется за меня. Че, братан, как там у тебя с готовкой? Че приготовил? Ну вот. Сосиску? Ну да. Смотри, у меня что-то. Как тебе? Это мой обед. Хочешь такое же сделать? Да, хочу, конечно. Нет, сосиску жри. Ладно, приятного аппетита. У вас друг, если есть, то вот он выглядит вот так вот, ребята. Так, ну ладно, мне приятного аппетита. Вам приятного просмотра. Слышь, такая жарень. Сань, спасибо тебе большое за дрова, какие теплые. Слышь, а закрой дверь.
Да я могу понаблюдать тут за вашими действиями. Я же не выхожу из машины, братан, так да, считается? Ты не выходишь из тачки. Ну смотри, вот моя сосиска. Слушай, ну ты ее приготовил, все по чесноку. Давай так, чтобы было по чесноку, скажи, вкусно или нет. У тебя задание приготовить вкусный обед. Блин, вообще так вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. У меня сейчас на зубах не осталось черного. Ребята, эксперты, пожалуйста, скажите, приготовилось или нет? Я не могу сказать так. Пока я в кайфе, я на природе. С друзьями. Я такого не видел. Кто из автоблогеров делал костер в тачке? Кто вообще придумал это? Ну, Никитос, как бы у него нет границ. Он человек такой. Это все мой продюсер, я не при делах. Продюсер у тебя топовый, если честно. Ладно, брат, хочешь ты тоже стейк реально сделать? Да, хочу. Ты так сделаешь, да? Не, ну реально. Ну реально? Реально. Да, хочу. Сейчас сделаю. Пошла, сосиска. А я сосиску могу? Просто это уже третье, вот это, знаешь, месиво из паштета у меня. Ты сделал мне реально? Конечно. Ты что-то там напи... Да нет, ну реально. Да не может быть такого. Почему? Да ты потому что... Ну, ребят, чего только не сделаешь для друга. Так даже уже как-то инвалидка нормально выглядит. Ну что, первые два часа вышло. По итогу я хочу сказать, что я люто кайфанул. Верю, верю, брат. Я тоже в своем роде как-то люто прям кайфанул, ребят. Давай, тяни. Сними обзор на свою точилу. Вопрос на какую? Надо обзор на 60 секунд, типа, знаешь, такой в ТикТок формате. Окей. А вы потом в комментариях напишите, чей обзор получился круче. Давай сюда эту монетку! Орел! Подожди, подожди. Я только поймал, теперь говори. Ага. Орел, я на инвалидку, решку ты на инвалидку делаешь. Пом-пом-пом-пом-пом! Ребята, итак, что хочется сказать. Это Fiat 130 Multijet. Самый крутой дом на колесах, друзья, in the world. Идем смотреть, что было дальше. Раз уж такая темка пошла. Так, у нас дверь, здесь живут у нас соседи нищеброды. О, да тут же стейк у нас. О, у нас здесь рукомойник, миско, всякие кухонные принадлежности, кайф. Здесь у нас стол, примерились, шикарно, телевизор есть, все есть. Подсветочка, light design, можно включить, можно выключить. Едем дальше. Ох, тут человека три влезет. Кровать просто космическая. Идем дальше. Что у нас еще тут есть? Итак, зеркало. Хорошее. Ребята, туалет, душ. О, ты посмотри, а. О, шикарно. Лишние овощи уберу пока в холодильник. Главное, чтобы Леха их не нашел, когда ему дом на колесах достанется. А, это гардероб. Что, ребят, это будут сейчас самые кайфовые два часа. Так, хочется очень-очень вот эту вот фразу мне хотелось сделать. Бро, тебе сделать стейк? Тебе весело, а мне нет. Я так понимаю, что вы по-хорошему не хотите ничего. Какой Леха, конечно, свинтус, да, тут намусорил. Вот у меня в машине даже стейк оставил ему дожариваться, чтобы он мог еще насладиться вкусной едой. Так, а он тебе тут... сосиску оставил. Соглашусь, справедливо. Вот, чтобы вы поняли, если я сяду в полный рост, это вот так будет. То есть я не могу... Я промял потолок. Ладно. Подожди, ну-ка, сделай так. Начнем обзор. Верни, пожалуйста, в комплектацию заводскую, пожалуйста. Все в пепле. Получай, я взялся за сосиску, как будто это ручник. Жилая площадь 1.5 квадратных метра. Есть гидроручник сосисочный. Есть у нас, значит, дворники топовые, работают даже. В заводскую комплектацию входит две сидухи, одна из них с подогревом. Газ на руле. Такого больше нет нигде. Одна педаль всего лишь, это сцепление. Правда, на нее невозможно нажать, потому что просто места тупо не хватает. Вот это тормоз. Вот это ручник. Вот это, значит, коробка. Четыре передачи вперед, четыре передачи назад. В заводскую комплектацию входит вот такая ручка. Она подходит ко всем дверям. Здесь у нас, значит, есть бачок. Есть запасной ремень. Есть запасной ремень номер два. Свечной ключ, потому что в этой машине свечу надо менять раз в 10 километров. В принципе, если сидеть вот так полубоком, то 2 часа в ней можно просуществовать. Не то чтобы с комфортом, но можно. Ну вот ты и сиди, а я к Лёхе пойду. Лёх, я к тебе! Стейк готов? У меня мясо, брат, тебе есть. Четко. Залетай. А то я задолбался с этим тушнилой там. Да, сидит. Там тушнило-то, дай, дай, дай. Дай закинем ему что-нибудь. Слышь, душный? Душный? Чего? Как дела, брат? Ну, как-то тесновато по жизни.
А, ну понятно, ну ладно, мы пока Денчику я приготовил мяско, сейчас он поест нормально. Ну, ты занимайся, брат. Душно, тут, конечно, не хочется. Вот это, знаешь, как тебе сказать, здесь успех, здесь нет успеха. Хочется отградиться немножко. Поскольку меня все кинули, я остался один в своей малыхе. Буду теребить сосиску и убираться. Братан! Так, ну что, хочешь сказать, стейки отличные, полежал, повалялся, даже в туалет там сходил. Сложнее было досидеть там 2 часа, это было так скучно. Я, кстати, так, за каким-то свиньей весь мусор убрал. За какой-то свиньей, Ну, сейчас там чисто, я все в мусорный пакет собрал. Кто-то там был, блин, кто же там был, ну ладно. Вот, ладно, я предлагаю переходить к следующему заданию. Так. Погнали. Так, братка, там смотри, сколько заданий. Ёпта. Я не знаю, мы все 10 успеем сегодня или нет. Слушай, а можно я короткое возьму, вон там короткое есть. Заряди телефон. Так, Орел, ты в инвалидку, Решка, я в инвалидку, понял? Понял. Подожди, еще раз. Орел, ты в инвалидку, Решка, я в инвалидку, давай. Ребята, мы не выходим из дома. Так, сейчас мы просто берем зарядку, так понимаю, и вставляем ее в розетку. Ладно, выносим реквизит. VIP-пакет, пожалуйста. Пожалуйста. Ни хрена там у тебя, сколько всего там. Итак, ребят, разные варианты у меня есть. У меня есть огромный зарядник, прикуриватель с каким-то усилителем, я не знаю, что это, первый раз вообще вижу. Это инвертор. А, инвертор, извините. Продюсер просто предусмотрел все варианты. А, просто у тебя есть пауэрбанк, ты можешь просто пауэрбанк ставить. Но ты меня унизишь, ставишь в розетку. Конечно, да? У меня есть розетка. У меня, мать его, огромный дом на колесах. Друзья, пока Никитос здесь будет рассказывать, пойдемте, как говорится, по домам. Итак, вот ты такой приходишь, такой, да, выигрываешь задание, такой, зарядка телефона, вау, что делать? Так. Заряжает? Идеально. Ну чё это там, алё? Я посмотрел в свой пакетик и вот понял, что я ничего не понял. Смотри, у меня есть, значит, провод вот такой, тройной аж. Слушай, может, перепутали наборы наши? Не знаю. Потом у меня есть провод обычный айфоновский и есть пауэрбанк. Ну, вставляй. Но тут есть еще какая-то срань, я даже не знаю, что это. А что такое, ну-ка. Подожди, сначала пойдем по пути моего наименьшего сопротивления. По идее, если у меня есть пауэрбанк, то я могу просто ставить его, и он зарядится. Логично? Ну, это странное задание тогда. Ну да, типа, я не понимаю прикола. А-а-а, чтоб ты сожрал, он не заряжен. У него одна штучка осталась. Он севший в ноль. Окей. Наши продюсеры молодцы все-таки. А, это пауэрбанк тоже? А, да ладно, это рукой крутить. Чего? Чувак, да! Это пауэрбанк, нет? Нет! Откидывай эту штучку и рукой крути. Вы чё? А чё, это где вообще вы такой нашли? Тут горит красненько. Подожди, ну крути-ка и чё? Ничего не происходит. Подожди, крути. Если он сейчас начнёт заряжать, я просто откинусь. Вообще, по-хорошему, на айфонах должна стоять защита от такой фигни. Он не дает нормальный сигнал, не будет заряжать. А, подожди! А пауэрбанк? Пауэрбанк-то нет такой защиты. Ну да, поэтому у тебя тройная... Поэтому у меня есть еще один провод. А где он? Смотри, если она начнет заряжаться, сними крупную. Видишь, она сейчас одна севшая, одна палка. Прямо вот сюда, сейчас крупная. Ты хочешь сказать, сейчас две начнется, да, Никит? Ну, то есть она сейчас должна начать, ну, моргать, если она будет заряжаться. Да. Ну чё? Как вот это сейчас? Это был мой айфон. Ну, сейчас загорится. Вот так вот едет. А подержи, слышишь? Да, давай. Да ладно! Да ну гоните, блин! Реально горит? Нифига! Подожди, а теперь завершим квест. Теперь я вставляю сюда уже. Да, заряд идет, смотри. Вот это топчик. У меня вопрос, сколько так надо просидеть, чтобы он зарядился? Мне все 2 часа делать нечего, я замерз как бы, вот буду заниматься. Давай, родной, сосед, давай, удачи тебе. Обняли. Буду смотреть на сосиску и крутить пиписку. У меня никогда в жизни так не болели кисти. Ладно, если бы, блин, эта штука просто вставлялась в iPhone и все, но из-за того, что мне нужно придерживать вот этот провод, который здесь не держится вообще никак, то есть ты его типа вставляешь, он как бы вставляется и сразу выпадает. То есть нужно его туда вставить и держать. Его либо чем-то прижимать надо, либо что-то такое. И при этом еще крутить вот эту елду.
Короче, это просто какой-то ад, но, к счастью, время подходит к концу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что, два часа прошло? Пальцы накачал, брат. У тебя это что, Никита, сильный хват, что ли? Чуваки, у меня просто рукам хана на самом деле, но зато было чем заняться хотя бы. У меня такой вопрос. Вот ты за это время на сколько зарядил телефон? Просто интересно. У меня сейчас 100. Я зарядил на 12. Хоро! Не, братан, с этой штукой то, что ты вообще... Чуваки, она работает, это чудо, но очень медленно. Ну, на выживание можно взять такую. Ну ладно, предлагаю тянуть следующее задание. Давай. Поехали. Что, так сразу? Ну давай. Ну большая, я в сто раз маленькая вынул. Давай. Смотри, заданий еще много, кстати. Найти спрятанную вещь в машине по скрипту с закрытыми глазами. Итак, Орел, ты в инвалидку. Дай. Решка, я в инвалидку. Да, давай. Раз, два, три, гоу! Решка. А я к дому иду, да? Че вы спрятали, скажи хоть. Короче, у нас сейчас ответственное задание. Сказали спрятать вот эти вот ключи. Все аналогично, вы его в замке зажигания оставили. Получается, не здесь, да? Ладно, как в кино, вы, наверное, тоже ничего, да? Я вижу, вы не так думали, да, ребята? Мы с тобой можем, знаешь, что сделать? Так. Сыграть в горячо-холодно. Давай, брат, горячо. Холодновато, конечно. А тут? Ну, холодновато, да. Ладно, пошли в спальню. Тут? Теплее. О, знаете. Тепло? Ух, да, слушай, ну тут намного теплее. Вы что, реально такие креативные ребята в толчок выбрали, да? Так. Вот я люблю, честно, я люблю примерно такую температуру. Я вот не люблю, когда очень жарко. Что там? Ни хрена. Лёх, попробуй еще раз потрогать. Фу, что это? Ничего, это сетка просто. Блин, Лёх, ну ты прям в эпицентре, я хочу тебе сказать. Здесь же похолоднее стало, да? Блин. Здесь холодно. Вот сейчас горячо, да? Вот, а нет, вот опять что-то. Блин, ты должен был сейчас обжечься, Лёх. Да я не обжёгся. Где? Ты чё? Где ключи? Это открыть надо? Вы гоните? Вы спрятали их не супер сложно. Надеюсь, вы сейчас просто в инвалидке спрячете, просто в дно, к дну приклеите магнитом, чтобы он просто никогда этого не нашел. Логично, подумаем. Вот тут есть бардачок. Сейчас обо что-нибудь как упорусь, тут же говна всякого. Сюда бы точно не стали класть. Хочется это делать. Что я сделал? Ты выкинул сиденье. Все четко. Как противно! Я как в шоу, кажется, нащупал. Да, да. Кто это, склизко? Чувак, это что было? Ты меня услышал, да? Что? Ключи могли быть в сидении. Ты бы не говорил, если бы они были там. Что это такое вообще? Нахрен ты этот звук издал? Мне было нормально, пока ты не издал его. Что это? О! Подожди, они, может же быть, подо мной, правильно? Ой, блядь! Я сел на что-то! Чувак, у меня, по-моему, вообще нет шансов. Я не знаю, где тут может быть. Оно тоже вынимается. Что происходит? Это ни в какой-нибудь дырочке полости такой, знаешь, который просто так не прощупаешь. Давай, может, мне тоже это горячо-холодно, не? Слушай, ну, в целом, горячо. Почему? Потому что ты сидишь в инвалидке, и здесь все близко. Да. Вот так. Уже начинает. Уже Сан-Тропешечка пошла. И что, прям тут лежат, это ж так тупо. Там какая-то паутина. Я не хочу туда лезть. Это очень горячо, чувак. Просто кипяток. Аж париться можно нахрен. Что это? Я не понимаю вообще, что это такое. Ты коробку туда приходит? Я что-то оторвал. Я не понимаю, что я открыл. А, подожди, там же какой-то бак стоял. Ай, блядь.
они внутри этой хуйни лежат. В эту рука не залезает. Я ощупал! Я их чувствую, блядь. Вот они. Ну я не могу их достать, блядь. У меня она застряла там причем. Рука реально застряла. Я достану вас. Руку ломаю в трех местах просто. Ты достал? А, это я должен был с закрытыми глазами вот это, блядь, найти, нащупать. Ты что, гонишь? Посмотри на мою руку. Это Анни. Немножко покорёжился. Лё! На-на-на-на-на. Да, я слышал крики, вопли. Опа, ладно. Вот это туда не... Давай, то, что выпало. Да. Хорошенько помойся целиком. Это хуже, чем еду приготовить. Это самое ублюдочное задание. Я могу одно сказать. Если мне сейчас выпадет дом на колесах, я под горячей водой просто наконец-то согреюсь. Решка, ты в инвалидку. Орел, я в инвалидку. Да почему... Ты подснял? Нет. Заново перебрасываем, заново перебрасываем. Никто не видел. Да все видели. Ты никто не видел. Ты видел. Да, ты видел? Да ты видел. Даже я не видел. Да, он брысто подбросил. Брысто? Считается. Давай еще раз. Да ты гонишь, ну ты попался в инвалид. Давай до трех побед. Ты в инвалид. Да давай до трех побед. Да каких трех побед? Пересмотрим кадр, я считаю. Давай. Там должно быть видно. Орел, я в инвалидку. Да почему? Я говорю, он нечестно это сделал, не хочу мыться в инвалидке. Я вам, да вы догоните, что ли? Ну реально, я клянусь вам. Да он быстро это сделал, мне кажется, это было постанова. Не, причем я верю, но... Да какая постанова? Ну... Это была постанова. Я смотрел в камеру, на камере тот ты спросил, было видно, я говорю, не было. Оп, да нет! Положил и... Я не увидел! Не, я иду за макбуком! Решка, по-моему. Да это орел! А, не видно, она размыта! А достань монетку! Да это орел, ну вы что гоните? Там, если на твоей стороне, то еще раз будет орел. Ни хрена! Мне два раза не можешь так повести! Да, орел, скорее всего, потому что там сплошное пятно белое. Это же команда Никитоса. Смотри, посмотри, посмотри, стой. Я считаю, что было два нарушения. Первое, он бросил не вовремя. Второе, непонятно, орел или решка, все. Я бы перекинул, конечно. Все, хорошо, давай перекинем, окей. Окей, 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 сука. А, смотри, как мило задел, Леха Крузова. Итак, сейчас внимательно. Орел. Орел, ты там. Орел, я там, решка, ты там. Подожди, еще раз. Собрались, Никита начинает бросать, давай. Орел, ты да, там, давай, решка, давай. Я там. Вот сейчас четко было, прям вот, максимально. Вот, стой, ждем. Есть, ждем. Давай. Ну что там? Давай, давай. Еще раз. Орел, ты там? Да, решка, ты там, давай. Тихо. Что-то ты знать не видел. Орел? Я ничего не видел. Там орел, подожди. Я не видел. Ну, давай ты уже. Ревность, вот она! Как помыться в инвалидке? Братан, хорошего тебе с легким паром, я тебе потом не скажу или скажу, но я пошел, давай. Так, подождите, а че реквизит? О, нифига там, слышь. Спасибо. Вот мой любимый. Наконец-то VIP. Пакетик, чувак, у меня тут столько всего, ё-моё. Вот оно счастье. Ой, блин. Итак, у нас туалетка. Просто стало еще хуже, реально. На самом деле ничего жестокого в этом нет. Почему? Потому что все знают, что мы ездили с Никитосом Москва-Владивосток. Так мы моем ноги. И честно тебе могу сказать, мы там прям вот, ну, прошли эту школу. Единственное, что сегодня вообще не жарко. Ну, как в поезде, штаны я снимать не буду. Жопу я мыть тоже не буду, пожалуй. А ты в грязный ходишь? Стараюсь, нет. Знаешь, не на каждых съемках можно помыться. Прям все, ребят, супер. Не знаю, что там Никитос радовался. У меня прям все нормально, чуваки. Че я уже как это? Надо чувствовать себя как дома. Правильно? Подожди секунду. Сломал ноги. Почему я это не снимал? А я это снимал! Я не ставил паузу. Во что превращается мой канал? Я не понимаю, если честно, чувак. Ты начал строить дома на колесах, делаешь обзор на дом на колесах. Готовлю стейки. Итак, друзья, что мы имеем? На улице холодно. Ты будешь полностью салфетками вытираться? Как?
водой, но это же вообще, смыть голову уже не буду здесь. Почему? В смысле, почему? Что, мне вымыть голову? Да. Ладно, хуй на жестоком канале, а в конце концов, партнер Габар. Сейчас такой бодряк. Только на икшонку не попади. Кого на икшонку? На икшонку. Братья. О! А смотри, хелпер у нас есть, Саня может помочь. Сань, надо полить воду на... Да нормально у меня, блядь. Не, воды. Надо полить, надо полить. О, Паш, о, да. Все, чуваки, очень холодно. О, теперь я чисто... О, у тебя красная башка. Теперь я вообще бодрячком. Слушай, а нормально, блядь. Знаешь что, пускай этот буржуй там сидит. Мы вообще тут на природе, пацанами. Ну и все. Ну и что, задание выполнено. Слышь ты, буржуй! Че, как там? У меня тут запотело все вообще. Водичка горячая, хорошая, хорошая. Тут очень тепло, она кипяток реально как дома. Еще полотенце, неси полотенце, пожалуйста. Ты чего там, бедолага? Чувак, у меня настолько тут охуй, что пошел-то ты нахуй. Чувак, мне так нравится эта тачка, просто вот так ты можешь сделать на своей машине, а я могу. А вот так ты можешь сделать? А вот так ты можешь сделать? А вот так ты можешь сделать? А чувак, я мыл голову своей инвалидки, она просто топчик. Я на самом деле просто в шоке, что там горячая вода как дома, реально. Просто душ офигенный. Реально? Да, просто. Ну я просто вышел, ну, вытерся, халатик одел, тапочки. Как в отеле. Погнали следующее задание делать? Давай. А можно переодеться напоследок? Как хочешь. Итак, показывай! Я помылся в инвалидке, братан, мне просто абсолютно на все. О. Тогда я достану. Ну только, не смотри туда. Почему все время ты достаешь? Проведи тренировку в тачке, да что за хуй? Классно! Да что за хуй? Просто, ты просто решил нам, да, этими машинами, да, помыть голову, поесть. На, ты там складируешь их все куда-то. Короче, орел, ты в инвалидке. Хорошо, ты, Леша, хорошо. Орел в инвалидке. Решка, ты. Орел, Леша в инвалидке, правильно? Сосать, сука. Итак, ребята, нам... В моем голосе нотки Габара появились только что, да? Итак, ребята, сейчас нам несут два предмета. Респекты! Выбирай руку, брат, левая или правая? У него огромная хрень какая-то торчит. Правая. Здесь что? О, блядь, это для дрочильника. А ты умеешь эту тему делать? Нет. Ты чё, это детство? Давай меняемся тогда. Я умею это делать. А, тренировка уже пошла. Да, сейчас, подожди, разогнался. Дак-а-дак. Да подожди ты, блядь. Я понял, я пошел делать тренировку. Как вот с этим делать тренировку в инвалидке? Что там на сверхзвуковую уходишь? Что это такое? Я смотрю, у тебя рука-то набитая, да? С помощью этих предметов мы должны потренироваться. Что же? Я не буду снимать Леху. Отказываюсь это делать. Что такого? Чего ты стесняешься? Мы начинаем, друзья, евро-тренировку. Значит, ребят, мой батя говорил следующее. Чтобы накачать бицепс, самое лучшее упражнение. Готовы? А, подожди, мне нужно использовать гимнастический коврик сейчас. Два часа сложно их делать? Мне кажется, нереально. Не, напишите в комментариях, вот реально, кто как считает, если делать вот так. Накачиваются, ну, руки, хоть что-нибудь. Давай спросим эксперта. Брат! Можешь? Смотри! Может работать? Нет. Попробуй, что-то напрягаться будет. Так, ну, это предплечье напрягается, бицепс-то как напрягается. Попробуй. Да не бывает такого, что? Ты чувствуешь? Так предплечье, бицепс-то не работает. Точно? Но бицепс же вот-вот сгибает. Короче, батя был неправ.
Не, батя точно прав, просто, наверное, ты не прав. Поехали. Отжимания. Отжимания. Работает отжимания. Делаем пресс. Теперь отжимания. Ладно, гейские отжимания делаем на этих, на коленках. По-другому не получится. Достаточно по-гейски выглядит. Еще и узким хватом, слышишь? Братан, как дела? Я вот гейские отжимания делаю. Видел таких? Бля. Подписчики, просто напишите, как дела вообще. Тюлень в инвалидке. Следующее задание. На самом деле. Ты куда там смотришь? Ты выбрал его? Ну, есть. Да. Я даже не понял. Ты готов? Что там? Раз, два. Ну, ты его порвешь. О, ребята, а это задание не для нас, а для вас. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас выполните вот это действие. Прям написано вот так. Чтобы вот эта штука, она сейчас серая. Чтобы вот эта штука, она сейчас красная. Егорыч, там, давай намухлюй. И стала серой. Ребята, если вы это сделаете, то... Чем быстрее вы подпишетесь на канал до ровного числа, равное 700 тысячам подписчиков, тем быстрее выйдет 1000 километров. Ребята, а на 3 семерки он собирается проехать на инвалидке по Колыме. Я это не вставлю, я уже один раз вставил это, теперь все думают, что я должен был на Владивосток ехать. Пока это не сказал я вот этим ртом, это так не работает. Ребята, пишите на инвалидке Колыма. Короче, давай. А, реально? Нормальное здание, теперь реально для нас, которое... Я не смотрю, что там. Что там, брат? Чего, Орел или решка? Давай! Орел! Орел, я в большой машине! Решка, ты в большой! Пошел! Почему ему так везет? Сколько раз я был в инвалидке, а сколько в этом? Все, калик! Че, это все мое? Вы что, гоните? Ебать! Нихуя! Даже ноутбук есть! Чувак, заходи ко мне, реально, мне жалко. Я пошел. Yeah, I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's, I told them you don't wanna play. Что хочется сказать, угли уже здесь запекаются, кальянчик готов, мы его забили, монополия. Так, у нас еще куча всего, у нас есть уно, у нас есть шашки, ну, естественно, я в это играть не умею. Есть еще плойка. Опа, most wanted. Москва. Алушта, Амстердам, Минск, Киров, Волгоград, Дмитров, Вологда, Акапулько. Ни в коем случае не курите, вообще это очень вредно. Ну так охуенно, поэтому если очень хочется, можно. Вот, но важно, чтобы вам было 18 лет, ребят, это обязательно. Ты кальян забил? Костики нолики, хочешь поиграть? Че, вкусный кальян? Сейчас я его раскурю, дам тебе попробовать, братан. Реально? Реально! Ты же мне стейком накормил. О, я знал, что воздастся мне. Итак, ребята, последнее задание перед финальным боссом. Последнее! Перед финальным боссом? Давай, да. Открывай вот эту честь имею. Первый раз я открываю задание сам и даю тебе просто прочитать. Организуй свидание с девушкой на изи. Я специально... Кому-то будет сложно, я тебе скажу. Ребят, если выпадет инвалидка, я позвоню Настюрику, и вот чтобы, знаешь, вот прямо... Давай так, звони сразу Настюрику, а потом они сами кинут монетку.
Все знают Настю Рика, она с нами во Владивостоке была, она с нами везде была. Я думаю, ее инвалидка ее не испугать. Настюрик, здорово! Сань, здорово! До свидания, примчишь, если что, если в инвалидке. Да, у нас будет парное свидание. У Никитоса в ролике надо сняться. Такси сейчас вызову, выезжай. Если свидание с тобой, то закрой. Настя, ну, ты хоть как... Это за деньги, да, конечно же. Я кружок записал. Вот. Ну, ребят, если что, ссылка в описании, ребят, вы знаете, что в директ нужно Настюхе кидать. Настюха пока абсолютно свободная, вот. Ждем девчонок. Вы чисто такие две соски идут по говнищу какому-то. Как вам локация? Ой, ну тут природа, знаешь, такой лес, классно. Ребят, главное это вот этот родстер. Кто-то сегодня на красном родстере катается. Короче, мы решили, что будет честно, если мы предоставим вам возможность, ну не то, что выбрать, но испытать удачу, кто будет где. Смотрите, это рандом абсолютно, вы нигде этого не видели, надо подкинуть монетку. Да, мы сами придумали. А у тебя монетка есть? У меня есть. А, давай. Короче, выбирайте, кому чего. Кому орел, кому решка. Орел, я решка. Где? И что дальше-то орел? Что дальше орел? Попадает, значит, мы идем в нормальную. Короче. Да, если я решка, то я в нормальную. Орел, Настюха в крутом доме, решка, Саша в крутом доме. Должно что выпасть-то? Подожди, орел мы радуемся. Орел должен выпасть. Орел мы радуемся. Раз, два, три. Оп! Пиздец. У вас семейная там. Орел, а брат. Где он вообще? Ой! Орел! Ой-о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 й-
тут норм, тут как гелик, реально тебе говорю. Вот реально прям хорошо, видишь, удобно. Лимузин прям, Леш, если честно. Слушай, есть еще, если салфетки закончатся, вдруг у вас свидание зайдет слишком далеко. Есть влажные. Ты что их предлагаешь? А, есть влажные даже. Ладно, давайте, самое интересное. Реквизит, подготовленный моим продюсером. Да, говорят, продюсер это ты, это правда? Подожди, если мы в инвалидке, то надо хотя бы сделать вот так, потому что это слишком. Ребят, это будет лучшее свидание в твоей жизни. Смотрите на эту замечательную счастливую женщину. Это же цветы держит, цветы держит. Всем приятного Настюк, так. Так, Настя, ух ты, у меня тоже есть цветочек, зай, ребят, кто это придумал, что это за... Ну что, зайка, я думаю, это уже самое лучшее свидание в твоей жизни. Ну, блин, я, кстати, хотела свидание в машине. Что же нам подготовил наш продюсер? Это офигенно. Тебе дедушка жмет? Нет, главное, что вот... Ты очень красивый, да, тебе прям идет. Спасибо. Веревочка. Это маленькие прищепочки с сердечками. Давай вот здесь вот повесим вот так вот, чтобы у нас мило. Как это мило выглядит. Да, он любит шлёденькие. Мы создаем уютную атмосферу вместе, правильно? Свидание творится парой людей. Да, все своими руками. Да. Нельзя, чтобы в отношения вкладывалось только мужчина. Женщина тоже должна участвовать. Смотри. А для чего это? Ну... А, они горят. Они горят. А там батарейки есть? Вау, как классно, Ирина! Любовь! Любовь! Куда угодно. Красота! Ребята, у нас есть сливочный сыр нарезка. Это изюминка нашего Давай свидания. Кусок тебе, кусок мне. Дошик. Вау! Я так давно дошик не ела. I made a list of promises to you. Итак, мы выпьем за благополучие Никитосовского канала, ребят. За то, чтобы у него все прям прекрасно получалось. Продолжим обзор на наш инвентарь. У нас есть Балтика 0. А, подожди, у нас даже есть стаканчики. Я тоже... О, простите. Нормально. Я тоже не очень пью пиво, но сегодня придется. Все-таки. Реально? У нас свидание, нельзя же без ничего. Ну, я сыр могу похавать. Не-не-не, надо, ну, безалкогольное пиво, все нормально. А что, прикольно, тут в составе есть ячмень. Для а он пива. Нас на глаза не вылет? Это уже выглядит как лучшее свидание в твоей жизни или нет? Ну, но пока что это самое интересное свидание в моей жизни. Оригинальное главное, да? Да, реально оригинальное. Это так мило, ребят. Поставьте, пожалуйста, лайк за мою самую лучшую девушку. Меня напугал оператор. Все равно не несу. Ты будешь защищать меня от этого монстра? Да. Нет выбора, потому что мы с тобой вместе. Тоби пив, да.
упала на землю. И тарелка тоже. А как мы вот заварим, интересно? Давай сухой дошик есть, тоже неплохо. Я вахую. Давай. Давай. Я, кстати, никогда не ела еду каждый день, вот сегодня это будет в первый раз. Подожди, сначала надо напитки, напитки, на. Да, подожди, я хочу пленочку вот так вот оторвать красивенько, чтобы, ну, хоть как-то, знаешь, что-то почувствовать. Прикинь, ты бы сильно охерела, если бы я тебе на этом свидании сделал предложение. Видимо, да. Стаканчик, пожалуйста. Не знаю, это на грани чего-то очень милого и чего-то очень... Гопотического такого. Как готическое, только гопотическое. Гопотическое, да. Ой-ой, Санечка. Санечка, ой-ой-ой. Санечка, не напейся. Ну, давай чокнемся за встречу. Я тебя люблю. И я тебя. Ты так мило, все. Любовь! Неплохо, кстати. Балтика, что? Могла бы быть реклама Балтики. Балдеж. Балдежтика. Сыр каждый день попробуем. Давай. Блин, куда поставить-то, ёб про на театр? Ну, по стаканников нет, извините, как бы. Ну, прям реально сыр нормальный, прям. Я думаю, будет какой-нибудь пластиковый. Каждый день рулят, слушай, нормально. Реально нормально. Ой-ой-ой, это хорошо подснять. Смотри, какая муха у меня хорошая. Это мой друг Афанасий. Он тоже к нам на свидание залетел, потому что у нас слишком мило и классно. А то, что там ребята делают, у них это все, понимаете, это больше про деньги. Да, вот эти все деньги, они все портят людей. Так, я предлагаю переходить ко второму блюду. Potatoes, Moscow potatoes, with salt. А давай в пиво чик-чик макнем. Зачем? Ну, картошку фри же макают в мороженое, может так тоже будет вкусно. Пенку, с пенкой. Ну вот, пеночка. Ой-ой-ой. Мне приготовить, как обычно? Приятного аппетита. Блин, я так давно не ела дошек. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк за безумный контент. Я вас очень люблю. Такого больше нигде не увидите. Еще грязными руками, знаешь, вот прям реально как в детстве. Ты идешь, тебе вообще похер, чистые у тебя руки, нечистые. Потом будем за туалет дома драться. Ладно, давай так. От 1 до 10 оцени свидание. Только честно. Подожди, давай сначала вот эти мяски заценим. А, именно этого не хватило, да, пока? Да, пока мяска. Мяска похожа на кошачий корм. Ставлю 10 баллов. Стой, это Наруто. Наруто самое вкусное. Нам 2 попалось. Я тоже попробую, да. Морепродукты, получается, Никит. А я нормально, кстати, одела для твоего свидания? Идеально. Да? Красиво? Я прям подхожу под эту локацию. Блин, ну бабочка тебе вообще создает просто 100 баллик. Спасибо тебе большое за этот день. Тебе тоже. За этот вечер. Чуваки, если вы давно не ели сухой дошик, поешьте, у вас все нормально с животом. Раз в год, типа, нормас. Ладно, ребят, отправляем девчонок домой. Я сижу тут дальше. Еще сколько получается? Часа полтора. Че, братья, как твое свидание прошло? Удивительно. Но у вас романтичнее гораздо. Вот это вот, конечно, зайка. Все-таки нужно, чтобы Никитос поехал по Колыме на 500 000 лайков. Он едет по Колыме на инвалидке. Саша сказала, что это самое оригинальное свидание в ее жизни. Вот понятно, поэтому инвалидка должна поехать по Колыме. Все, ладно. Но на самом деле я задолбался больше сидеть после свидания опять в ней просто мерзнуть. И я очень надеюсь, что... Ну, тебя обнимашечки согрели, обнимашечки. Ну, чуть-чуть. Да. Последнее задание у нас, ребят, эксклюзивное. Это переночевать в тачке, как я уже говорил. И орел или решка решит, кто ночует в инвалидке. Чувак, это настолько ублюдски. Почему? Потому что, смотри, получается, кто в Гримвагене, ну, в огромном доме, тот реально вообще не заметит. Просто как дома. А кто здесь, это реально смерть. Выживание. Это смерть. Орел, я в Гримвагене, решка, ты в Гримвагене. Подожди, решка, ты, орел, я, давай. Орел, ты в Гримвагене. Да. В ролике же мне везло.
Я всю свою энергию напоследок просто сохранил, чтобы с кайфом переночевать. Чтобы вы понимали, на улице, чтобы не спиздить вам взят. В Москве сейчас 4 нахрен градуса. Хотя май месяц как бы. Май месяц, и реально сейчас 4 градуса. Время у нас 9:30. Слушай, брат, ну мы с тобой уже ночевали в тачке в минус 30. Так что в плюс 4, я думаю, ты справишься. Что же нам подготовили наши замечательные продюсеры? Вот, о, какая подушечка торчит, а? Хорош. Почему так? Ну, у тебя и так дом. Ребят! Слышь, неплохо, пледик. Согласен. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем вообще инвалидка, реально. Давай, брат, спокойной ночи. Желаю тебе удачи. Увидимся утром, и надеюсь, ты выживешь. Ребят, смотрите, лайфхаки. Задача какая? Сейчас мы опять разжигаем здесь костер. После этого я постараюсь поставить сюда сидушку обратно и буду греться. Если вы попали на вот в таких условиях, можно сказать, вкратце нечеловеческих, очень важно сделать себе как можно больше теплого ресурса. А если я вот так буду весь день, ну всю ночь, вот так вот, знаешь, так? Спичка потухнет. А мы сейчас... Тут такой костер. Смотри, сейчас. Да, будет, брат. Кит, мы такой костер разожжем, ничего? Какой-то какой? Ну, посмотри, вот такой. Давай. Нормально, давай? Пинай! Давай, Лёх! Давай! Это как плохой боевик, блин. Я даже вылезу на это посмотреть. А чё ты хотел? Согреться надо? Да потолок сейчас сгорит. Про потолок я не подумал. А чем тушить? Я не знаю, вода где. Вода где? Ладно, давай туши. Хуй, туши. Очень сильно жжет. Давай, да. Все, нормально. Вот, теперь нормально. Ребят, бывает перебор немного, но ничего. Так, ребят, что хочется сказать? Не борщите здесь, главное. Потому что, сами видите, не всегда получается то, что хочешь. Кажется, челлендж вышел из-под контроля. Есть дрова еще? Я не могу начать застилать постель, потому что мне интересно наблюдать за тем, что происходит. Слушай, зато не холодно, пи***ц. Единственное, глазам, конечно, пи***ц полная. Сейчас нагреется чуть-чуть, брат, все будет в порядке. Я знаю, что делаю, брат. Борщину мальца, парень, с дровами. Теперь, если я не сгорю... Слушай, даже удобно. Вот реально тебе говорю, я думал, хуже будет. Оставить тебе окно открытым? Не надо. Ну что, ребятки, я уже готов к своей самой комфортной ночи в машине, в жизни. Я уверен, такого опыта у меня еще не было. Просто посмотрите, как здесь уютно. Ну я просто буду не спать, а почивать. Самое главное, что здесь тепло. Вот честно, честно, искренне говорю, мне Леху очень жаль, но, во-первых, это рандом, ну просто так выпала судьба. Во-вторых, это далеко не первая наша с ним ночь выживания на улице, в машине и так далее. Мы уже с ним минус 30 в тачке ночевали, мы с ним ночевали просто в лесу в 0 градусов вообще над земле, так что он справится. Это на самом деле этот дом, это просто какой-то разнос, я не знаю, вот ну комфортнее где-то путешествовать, типа вот штука, которая может тебя перевозить, еще и одновременно ты в ней можешь жить. Кстати, естественно, эту тачку мы не купили, а взяли в аренду. Взяли мы ее у Григория в компании Try Camper. И, если честно, это очень положительный опыт. Подписали договор, получили все инструкции по тому, как пользоваться тачкой. Тачку нам отдали чистый, снаружи, внутри, в ней все исправно. Ну, как вы сами все видели, мы всем сегодня, наверное, воспользовались. Очень сильно кайфанули реально от этого автодома, и я, и Леха. Так что, ребят, если вы хотите отправиться в путешествие с комфортом, то обязательно обращайтесь именно к этим ребятам. Я оставлю ссылочку на них в описании. И еще маленький бонус лично от меня. По промокоду Никитос получите скидку 15%. Ну, теперь погнали спать. Просто включаем свет, оп. Ладно, ребят, это был долгий, длинный день. Остался последний рывочек. Для меня он как никогда легкий. Просто закрыть глаза, с кайфом уснуть.
и проснуться утром, выйти и записать для вас финалку. Ребята, это был очень крутой ролик. Он необычный для моего канала, но я дико кайфанул, если честно. Ставьте лайк этому видосу, если вам нравятся такие челленджи, испытания оригинальные. Не как у всех, ну там у некоторых, скажем так, а что-то реально прикольное, чего еще никто нигде не делал. Вот, так что если вам это нравится, ставьте лайк. А я говорю вам спокойной ночи. Надеюсь, у Лехи там все в порядке. Пока. Лехчик. Давай. Братан, это было худшее в моей жизни. Даже в убежище. Тут вообще все прям плохо. Ой, так вот не делай вид такой-то, конечно, а. Как хорошо спалось. Это просто худший ролик. Брат, ты жив? Это просто... Блять, он плохо выглядит. Блин, на самом деле это так... Как мне жалко Леху, чуваки. Брат, и как? Сейчас 6:30 утра. Мне кажется, я вообще не спал. Я постоянно пытался вот так согреться ручки. Я пихал вот сюда в животик, как учил Маки. Я прям на выживании, брат, был. Я только что инвалид... А ты себе сделал стул с подогревом? Стул с подогревом сделал, конечно, сделал. Ну... Слава богу, сейчас хотя бы май месяц, как говорится. Но ну, как говорится. Холодновато было, честно говоря, ему, я думаю. Мужик, спасибо тебе за такую игру. Она была реально... Она была честной. Она была честной. Все на рандом. Хорошо, все да. На рандом. Ребят, ну я честно кайфанул, особенно с этой ночевки. Но зато на свидание мне пришлось немножечко потеть. Пожалуйста, добейте 700 моему тысяч. И чтобы он поехал на самой ужасной машине. А потом на миллион по Колыме или во Владивосток, вот на этом, пожалуйста, именно на этом, пускай это еще и отремонтируют. Ладно, ребят, вот большое... именно на этом. Большое вам спасибо, что досмотрели до конца. Вот такой получился развлекательный ролик. 250 тысяч лайков, и он едет на это. Нет, давайте 400 тысяч, и он отремонтирует это. Хорошо, договорились, так уж и быть. Все, он сказал. Лех Стеллеров. Он сказал. Пожалуйста, подпишитесь на Леху, не забудьте, это важно, чувак пострадал сегодня, так же, как я у него обычно страдаю, да, у него много роликов со мной, поэтому переходите, подписывайтесь. Ну и большое спасибо, что досмотрели до конца, подписочка, лайк. Все, я пошел греться. Для вас старались. Пошли греться.